Привет, друзья! Сегодня вновь с вами канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Перейду сразу к делу. Многие сейчас заметили, что качество картинки, видео, которое я снимаю, снизилось. Буду краток, у меня сломалась камера. Справедливости ради могу сказать, что у меня есть зеркальная камера, но для съемки в движении она не подходит. Что хочу попросить. Канал у меня не коммерческий. Кто сочтет нужным, то прошу вас, присылайте там по 2, по 3, по 10 рублей, кто как может, в общем, на вот этот Яндекс кошелек, внизу вы видите. Будем думать, покупать новую аппаратуру для того, чтобы вы, собственно говоря, могли наблюдать мои сюжеты по более качественной, хорошей картинке. Итак, друзья, с вами был канал «Я и мой хвост». Я его автор и ведущий Олег. Заслужите доверие, заслужите уважение, и у вас все получится. Спасибо.